Итальянский художник, представитель Сиенской школы, Приамо де ла Кверча, не так широко известен, как его брат-скульптор Якобо де ла Кверча. Сиенские архивные документы несколько раз упоминают о нем в период с 1438 по 1467 год. Приамо был художником широкого диапазона. Он занимался всем, от фрески до книжной миниатюры. Отец его, Пьетро д'Анджело, был сиенским скульптором, работавшим с 1387 по 1422 в городе Лука, где, по-видимому, и родился Приамо де ла Кверча. Самым известным фактом его биографии является участие в росписях госпиталя Санта-Мария-де-ла-Скала в 1440-1444 годах. Художник работал там совместно с Доминико де Бартоло и Лоренцо де Пьетро Векьетто. Единственная фреска, написанная им на восточной стене госпиталя, Агустино Новелло назначает первого ректора. Какое участие он выполнял в росписях госпиталя, неизвестно, поскольку о жизни Приамо сохранилось не так много сведений. Большая сумма, выплаченная Приамо за эту работу, опровергает предположение о том, что он выполнял обязанности подмастерья. Событие, давшее повод для сюжета фрески, произошло в начале XIV века, когда монах-августинец Агустино Новелло назначил первого ректора госпиталя. На фреске изображена большая арка, декорированная ветвями вьющегося винограда и пути. В нижних нишах арки – рельефы Адама и Евы. Пространство фрески поделено вглубь тремя арками, символизирующими разные степени христианского милосердия. На переднем плане монах Агустино благословляет на труды праведные, стоящего перед ним на коленях, ректора госпиталя Санта-Мария-де-ла-Скала. Приамо первым начал расписывать госпиталь, и, судя по всему, замысел создания фресок со столь впечатляющей архитектурной перспективой принадлежит ему. Доминико де Бартоло лишь подчинился этой идее, воспроизведя ее и в своих фресках. Однако жизнеподобие человеческих фигур Приамо получилось заметно хуже, и в сравнении с расположенными рядом фресками Доминико де Бартоло, работа Приамо де ла Кверча выглядит весьма скромно. То, что Приамо какое-то время проживал в городе Лука, дает вероятное предположение, что, возможно, его формирование проходило на изучении готической живописи Луки и Пизы. Приблизительно в то время, в 1426 году, когда он написал алтарь-табернакль для монастырской церкви святого Михаила и Петра, монастера Дель-Анджело под Лукой, он снимал дом в окрестностях Петросанта. Там же он получил плату за исполнение нескольких картин.
1428 году художник работал в провинции Луки, создав полиптих для церкви Сан-Лоренцо Сеграминьо, ныне утрачен. По одним сведениям, Приамо оставил его незаконченным и уехал в Сиену. По другим, он продолжал работать в Луке до 1432 года. К этому раннему периоду его творчества относят створку от алтаря святой Антоний Аббат и святой Яков из коллекции Банка Монте де Паски, Сиена, триптих «Распятие со святыми», «Мадонна с младенцем», списанная, как полагают, с некоего богемского образца прототипа, «Мадонна с младенцем и ангелами», и трехчастный алтарь «Мадонна с младенцем и святыми Урсулой, Архангелом Михаилом, Агатой и Лючией», написанный в 1442 году для церкви Сан-Микеле под влиянием творчества Таддео де Бартоло. Существует небольшое количество станковых работ, приписываемых этому художнику. В Нью-Йоркском музее Метрополитен хранятся два разных варианта «Мадонны с младенцем», свидетельствующие, что творчество Приамо де ла Кверча находилось под сильным влиянием Викьетты. Другим известным фактом творческой биографии Приамо де ла Кверча является его участие в иллюстрировании божественной комедии «Данте Алигьери». Манускрипт был заказан в начале 1440-х годов Альфонсо, будущим королем Арагона, Неаполя и Сицилии. Приамо де ла Кверча иллюстрировал его совместно с Джованни де Пауло, но его миниатюры посвящены исключительно теме чистилища. Приамо применяет в нем крайне яркие, люминесцентные оттенки голубого и розового, словно бы взятые из палитры венецианского художника Доменико Венециано. В своей фантазии в этих иллюстрациях Приамо де ла Кверча практически не уступает Джованни де Пауло.